прочитал в Этигорской районной газете «Красное знамя», в социальной сети на страничке газеты, еще одну очень интересную, трогательную новость. Два молодых мальчика, 10 лет и 12 лет, пошли купаться на реку Вандама. И, к сожалению, один из мальчиков начал тонуть. И маленький 10-летний Артем бросился в воду, вытащил уже бывшее без сознания своего друга, вызвал на помощь родителей, скорую помощь, парни откачали. И это просто героический поступок 10-летнего мальчика, который не побоялся из ледяной воды вытащить своего друга. И я хотел бы, если есть такая возможность техническая, попросить наших ребят соединить с Владиславом для того, чтобы просто поблагодарить по-человечески его с этим героическим поступком. Так, попробуем дозвониться. Здравствуйте, вас беспокоит губернатор Вологодской области. Хотел бы поблагодарить вас за сына и сказать большое спасибо Владиславу за героический поступок. Можно ли с ним переговорить? Мы в прямом эфире. Можно, сейчас трубочку. Да, если можно. Алло. Владислав, привет, дорогой. Здравствуйте. Это губернатор Вологодской области Кувшинников Олег Александрович. Я тебя от всех вологжан поздравляю за твой героический поступок. Благодарю тебя, поздравляю за то, что ты спас своего друга. Скажи, пожалуйста, как это случилось, как было тебе тяжело и как ты сумел вытащить парня, который на две головы тебя выше из воды? Не знаю, мы когда купались, я просто поплыл до конца плотика, Тёма за мной поплыл, и потом назад-то он поплыл, он же по собачьи плавает, он не умеет плавать. Так он, и он чувствует, что у него не плывется, и он тонуть начал. Но я не расстоявался, прыгнул там туда в воду и стал вытаскивать. Молодец. И тебе удалось его вытащить? Ну, в воде-то он легкий, в воде-то люди легкие. Молодец. А ты плаваешь хорошо, да? Ой, Владислав, слушай, дорогой, я тебя от всей души поздравляю. Тебя, конечно, ждет большая награда. Но самая главная награда – это благодарность родителей спасенного тобой и твоего друга. Поэтому и Теме тоже передавай. Мне уже, да. Мне уже спасибо передала Тёме бабушка. И еще Тёме мама тоже мне большое спасибо передала за то, что я с вами спас. А теперь спасибо от всех вологжан и от губернатора Вологодской области. Спасибо, дорогой. Жду тебя на награждении. В ближайшее время мы тебя пригласим в Вологду. Угу. Пока. А куда надо ехать? А мы тебе сообщим. Мы тебе сообщим. В дом губернатора. В дом губернатора мы тебе сообщим. Когда будет дата официального награждения и вручения государственных наград, я тебя обязательно приглашу. Все, дорогой. Маме привет. Пока. До встречи в Вологде.